Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Николай Цискоридзе поделился печальной новостью с поклонниками. Артист балета рассказал, что не стало кошки, которую он обожал. Для большинства любителей животных домашний питомец – член семьи. Николай Цискоридзе оплакивает четвероногого друга, который стал для него очень близким и родным. Премьер Большого театра чувствует пустоту и не знает, как ему быть дальше без пушистой тяпы. «Впервые потерял роднулю», – поделился танцор. Артист добавил, что 2020 год стал годом тяжелых потерь. Из жизни ушли его близкие, друзья, коллеги. А теперь не стало и любимой питомицы, без нее опустел дом. Подписчики поддержали звезду. Они отметили, что прекрасно понимают эмоции и чувства знаменитости, поскольку им приходилось переживать подобное. «Боль невыносимая, как грустно, крепитесь. Они всегда уходят тогда, когда мы не готовы», — высказались фолловеры. Напомним, ранее ректор Академии Вагановой в Санкт-Петербурге рассказал о том, как относится к критике в соцсетях. По словам Николая Цискоридзе, он пытается сдерживаться и не вступать в споры. Но если человек переходит грани и пишет откровенные оскорбления, то звезда балета удаляет хама его и блокирует. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!